всего на свете боюсь. Например, собаку. Она так страшно рычит, так лает, и глаза такие злые. Ужас. Не на воробья, что из гнезда выпал и пищит. Тоже страшно смотреть. Как помочь, не знаю, и сразу слезы. И очень боюсь Витьку, этого толстого с соседнего дома, который все время жует. Он не прочь приставать к малышам и даже поколотить. Так вот, догонит и хватит за волосы. Или кулаком в спину тычет. Я не потому боюсь, что больно, а потому, что злуха он, этот Витька. Мне даже и во двор-то выйти страшно. Да выйди я, со мной ведь все равно никто играть не станет, потому что я всего боюсь, а дети таких не любят. Аня, иди погуляй. Выходной же все-таки. Камешки. Давайте, я принесу воды. Смотрите, Витька идет.
Ни к черту! На грязной куче сидят сопляки. Этот негодяй нас еще попомнит. Ты зарылись. Заканчивай лучше. Все равно развалю. Идите отсюда. Я хочу здесь посидеть и сигаретку искурить. А вот и не пойдем. Мы тут хотим играть. Ты тоже для детей. Это ты уходи. Вопи, а то у тебя штаны спадут. Смотрите, спадаю. Домой идти. Пошли. Пошли, пошли. А что же с замком там будет? Ведь развалит. Мне все равно, пусть развалит. Действительно, это только горка песка. Это не важно. Важно, что мы были смелыми. Важно, что мы заодно. А сейчас стемнело. Я все еще немного боюсь всяких вещей, например, темноты, но уже не так, как раньше. Воспитание устойчивости к страху обычно направлено не на избавление от него человека, а на выработку умения владеть собой при его наличии.